Доброе утро, 6 сентября, у меня утренний мацион. Решила покапать на себя гиалуроночкой. Вот такая штука у меня. Мы когда эвакуировались, я ее с собой не взяла. А потом Эдик один раз съездил домой. Тоже я его не просила привезти. Второй раз съездил домой. И меня осенило. Думаю, что ж это я тут сижу, когда у меня есть такая штука. Я ее выиграла на канале у Анны Флориды. Вот. Ну вот. Говорю, Эдик, привези мне гиалуронку. Буду мазаться. Эдик еле ее нашел. Почему-то долго искал. И теперь мне надо омолаживаться. Что ж, зря вез, что ли? Гиалуронка, кстати, замечательная. Рекомендую. Аня Флорида делала розыгрыш на своем канале на товары сайта iHerb. И мне крупно повезло. Я не знаю, как я ее выиграла. Но там не только была гиалуронка, там еще было несколько наименований. Я, честно говоря, была в шоке, когда выиграла. Я даже не помню, когда я что-то последний раз выигрывала. Мистика какая-то. Удивительно. Ну, бывает. Марафет навели. Можно идти дальше, заниматься делами. Я даже губы накрасила. Слегка. У меня штук 7 помад Кико. Но не лежать же им мертвым грузом. Буду красить. А что? А что? Буду красить. Они ж стареют. Надо красить. Что у нас тут за погода? Ой! Тобик! Тобик. Тобик уже покушал. Без аппетита. Потому что там мало мяса было. Кашка. Ну ничего, нормально. Мясо было вчера на ужин. Огромная костомаха. Куда-то она исчезла. Может, в будку запихнул себе. Тобик, где кость? Наверное, в будке. Сегодня погода. Солнце выглядывает, но сейчас спряталось. Можно снять тучки. Потому что когда солнце, тучки невозможно снять. О, смотрите. Осень. Пейзаж. Выходи. Давай, выходи, не бойся. Не бойся. Выходи, иди сюда. Ты что, уже понял, что это кино? Он сегодня что-то скромно себя ведет.